И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон, как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в FNAF Co-op, первая часть, четвертая ночь. Димочек, поздоровайся. Всем привет. Аккуратно, Димас, в этой части Бонни тэпается прямо в офис, представляешь? Не-не-не. А, ну надо да, можно. Надо быть аккуратным с этими аниматрониками такими. Так, бешеные. Хорошо, я буду в офисе стоять, Димон. Когда уйдут сцены, я тебе сразу скажу, но я буду напряженно смотреть очень сильно. Я боюсь, что четвертая ночь у нас будет не пройдена. Понимаешь, Димас, да, о чем я? А я пожелал потому приятного что... аппетита? Не помню. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. Лучше второй раз, чем никогда. Видел, Димас, Бонни уронил уже свою гитару. Бонни, но... ты сильно быстрый, 12 часов только. Она но... у него электрическая, он ее уронил, она же сломалась, все. Да она и так поломана, представь, сколько он раз ее уже уранивал. Представляешь, надо каждую ночь охраннику чинить гитару. Да, если он выживет. Опа, ну, смотри, ты... челюсть открыл. Ага. Он бежит. Ага, ага. Ходить уже научился, я смотрю. Здесь тоже на картофанах будем выживать или как? А они тут, мне кажется, картофаны не влияют вообще, Димас. Тут просто надо красиво выживать, мне да? Кажется. Так, да. Давай я обойду, посмотрю. Тю, это ты хотел сказать, тут кто-то мешает ходить. Вот смотри, у нас Сэн вернулся. А как, сфигали? Так, Фокси у нас вот так вот. Он решил обратно, Димас, спать уйти. Да, он сейчас как резко побежит или ты пэхнется. Кого-то из нас замочит. Блин, ну... Он повернулся спиной, может он обиделся? Обиделся, да, гитара-то сломалась у него. Боня, мы починим гитару, не сыкай. Да, все будет. А может это Димас ловушка, а? А, подойдешь, он резко убьет? Ах ты, блин, я боюсь. Он может телепортироваться же. Звуки, блин, какие-то наложенные такие иногда. Очень скримаковые. Я просто боюсь то, что он, знаешь, так неожиданно возьмет, телепортируется, потом побежит, как тогда. Был момент, когда он в кухню тэпнулся, а потом за мной побежал. Я уже боюсь даже выглядывать, но затащим. Надеюсь, затащим с второго или третьего раза. Короче, если что, уходим тогда в туалеты. Все, туалеты самое надежное место. Все, договорились. Самые лучшие, самые надежные. Все, Дима, они бегут к тебе. Да кто? Ну что ты не боишься? Да потому что я смотрю на сцену, как может кто-то бежать, если я никого... А может еще кто-то здесь появился новенький? Не пропал. Вот Фокси сейчас резко встанет и побежит. Что ты ему скажешь? Побежал, Бонни! Вижу. А куда, за кем он бежит? Он за мной бежит. Они потом останавливаются, слава богу. Димас. Я закрою дверь. Бонни вообще-то с другой стороны, если ты не в курсе. Димас. Че ты меня пугаешь, Димаска, ешь? Я тебе серьезно говорю. Я сыкаю. С другой стороны. Пойдем в туалет и прятаться. Вот какие туалеты? Ну давай, пусть воняет, но зато выживем. Да, серьезно, вот воняет, но мы выживем. Все отлично, мы нормально тащим. Давай пока осмотрюсь. Вон он около Фокси стоит. Он, наверное, вот по-любому будет. Чика идет, Чика. Закрывай. Отлично, Димон, красава. Посранка не зашла к нам. Так, с этой стороны чисто все. Димас, как думаешь, открывать дверь или нет? Не знаю, мы можем через... Да два, открывай, я пойду сразу в ту парашу. Только меня не стоп, я давай проверю, есть тут Чика или нету. Ты думаешь, она там? Не, мне интересно... Давай я открою, она... Диман, давай я открою, не ссы. Она около двери, Димас, не открывай, не открывай. Я открыл. Серьезно? Да. И нам энергию надо экономить, ты че, мы проиграем так. Блин, а я боюсь, она просто рядышком совсем. Ну а что ж теперь, давай тут стоять как-то, пробежим, если что. Так, если что, меня тогда не стоп, я быстренько дверь закрою. Да, я дверь закрою тоже. Она пошла. Димас, ты меня закрыл. Она стоит. Чуть ли... Она бежать хотела уже. Да ты стоишь. Я запереживал, нажимал все кнопки. Да нормально. Опасно. Ладно, Димас, давай сваливать отсюда. Так, никого нету, Диманчик, все хорошо. Она там, как никого нету, если она там? Ну, будем через параши пробегать, ну. Димас, а что ты меня зажал здесь? Да я не зажал тебя. Уходим, уходим обратно на кухонку. А там Фокси. Да там и Бонни. Что нам делать? Я боюсь. Давай я там буду, если что, лучше я тебя застоплю, я буду тут стоять. А, вон там Бонька. Давай, если что, эту дверь закрою. Полночи. Красавчики.
Это не ты? Не знаю, на всякий случай закрыл. Да зачем, Макс? А если что произойдет? Что произойдет? Электричество кончится, и мы проиграем, это да. Ну да. Красава. Не, электричество если кончится, то двери просто на закрывать не сможешь. Я открыл. Я побежал, Димон, прощай. Да я за тобой, стой. Я боюсь, там очень страшно. Там миллион аниматроников, а я один. Тем более, эта пиццерия, она очень маленькая по сравнению со второй частью. Здесь бегать особо и негде. Есть, ну просто мы проиграем. Да, просто мы проиграем. Чё, открывай двери? Нет, за что? Слышишь? Кто-то пошел. Газета. Да, давай пока не будем ничего делать. С одной дверью закрытой посидим? А чё у нас скины одинаковые, прикольно. А так можно, что ли? Да, ну, да. Близняшки. Мы близнецы. Мы специально будем в разные стороны разбегаться, аниматроник такой. Не понял, что такое? Что-то постарел, да, чуть-чуть? Глаза уже не те. Чё, может открыть двери? Я с другой стороны пойду и посмотрю, есть ли кто-то около нашей дверки. Кто? Есть, там уродище. Какое? Чудовище. Лесное? Чика. Блин. Вот открываем дверь и сваливаем. Бегите, спасайся, кто может. Беги. А куда? Ну прямо. Не, а там кто-то есть вдруг. Димас, вообще эта ночь самая опасная. А прикинь пятую, как будем проходить? Димас, вот так. Так, там кто-то шуршит. Вентиляция. Давайте сядем лучше, а вдруг присед работает все-таки. Знаешь, сел и нормально, и не слышно нас. Так, я на картофанах сижу, на туалете. Я тебе запомнил. Только наш? Да, запомнил. Туалет закрытый, но я хожу в туалет. Привет. Я стою, Димон, если что, я мясо. Я отвлекающий маневр. Понял. Так, а я, Димон, слышишь? Буду... Кто-то идет. Не, я не слышу. Беги, 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 беги. А там никого. Блин, я так обосрался, когда эти звуки слышу. Димас, а если мы туда побежим, там еще хуже, чем здесь, так что... Фредди ожил! Серьезно? Ах ты! Димас, уходи. Димон, уходи! Че он бешеный какой? Куда идешь ты? Я здесь живу. Он за мной, Димас, побежал. Вообще не дорталась, что ли. Димас! Бегут! Ты меня-то впустишь? Ты скажи, я открою. Нет, с другой стороны, вот с правой. Открывай. Закрывай. Димас, ты видел, тут было в офисе девочка, призрак какой-то. Я опять не увидел, но она была. Была. Опа, слышишь? Да, я слышу. Слышишь, додонькает, прикольные звуки ребята издает. А, я думаю, это у меня в животе. Тоже похоже, вообще не отличить. Вот, Димас, а тут безопасно, как ты считаешь? Здесь. Я не знаю, Димон, давай проверим. Открываем дверь, а? Станешь. Открывать? Открой одну дверь, да. Бежит! Серьезно? Да, смотри! Во-во-во-во, смотри! Чика! Фредди! А ну давай. Кто там? Вот, Чика. Я на эту дверь поставил. А! Ты чё здесь забыл? Это наша хата. Димон, выбегай! Фокси ожил! Ты меня чё с Фредди-то оставил? Ах ты, блин, он убежал! Я на корточках, не спаслось. Блин, 4 часа, можно и обосраться. Смотри, он летать научился, ты чё? А когда это он так сделал? Летунец хренов. Может из-за того, что энергии нет, поэтому мы умрем? Давай, поэтому Димон. Он за мной летать научился. Давай, Димон, он летит, не останавливай. Димон, я тебе даже не завидую. Да это музыку он издает, что ли? Меня здесь нет. Все, сиди. Кстати, он тебя не видит. Блин, надо тоже мне было так сделать. Я боюсь. Затащим, Димон, фонарик или... Я не знаю, видит он этот фонарик или нет. А я вот тоже не знаю. Короче, я в зал забежал, сразу рык такой, это Фокси ожил. И он как дал на четвереньках за мной. Димас, это самое лучшее вот место вот во всех хоррорах вообще реально. Да? Да, здесь какашки нормально. Они не идут, ты запах сбиваешь говнищем.
Хоть не в штаны, Дима, возможно. Димон, еще час. Вот просто не шевелись, не двигайся и не дыши. Я боюсь, Димас, ты понимаешь, что... Ладно, там Фредди тупой, но Фокси с Бонни, с Чика, они чуть-чуть поумнее будут. Блин. Я слушаю и никого не слышу, кроме этого звука сбивающего. Они еще слышат, топают. Когда свет включается, у Фредди какая-то вторая суперспособность, ману, знаешь, накопил. Они все оживают сразу. Не, Фредди начинает летать прям. Я видел, как-то... А, мы в Гаррис Моде, помнишь, видели такую штуку? Да. Теперь я понял. Фредди из ФНАФа 3-го, Димас. Ну, видишь? Не, а если мы сейчас 5-ю ночь вот так же будем в туалете сидеть, мы тоже выиграем? Я не знаю, может, ты еще и не выиграешь. Сейчас ночью начнут ходить по всей карте. Еще смотри, сколько времени, полчаса еще. Слышишь? Слышишь, Димас, без света можно все равно выиграть. Можно. Ого. Тихо, тихо. Звук поменялся с другой стороны уже. Тихо, влево, справа переходит, слышишь? Ага. Он пытается найти... Да, он с той стороны из этого летит. Но видно, он за что залетел в туалет и в туалете сидит там. Да, он сидит в кабинке и не знает, как пройти ко мне, не понимает. Короче, сейчас дадут свет, ты пойдешь посмотришь, правы мы или нет. Бежит кто-то! Бежит кто-то, да дайте прожить нам! Слышишь? Да-да-да, вот так вот лучше. Он уперся в стенку тоже. Нет, не уперся. Стоит, смотрит в зеркало. Димончик, я не знаю, что делать. Ребята, ставьте лайки. Затащили. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, мой покемон, как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в FNAF Co-op, первая часть, третья ночь. Димончик, поздравайся. Всем привет. Если пьете и кушаете, приятного аппетита. А это что за вентиляция? Куда? Так и в том туалете вроде вентиляция есть. Подожди, дай проверю. Пошли туда, проверим. А, она на кухню ведет. А, вот, туалеты между собой скрещенные. А чё мы, Димас, раньше так не делали? Тут вентиляцию мы не видели эту, Димас. А её, может, только сделали недавно? Ладно, шучу. Может, она его просто мы с Диманом не видели. Так, ладно, туалет, Димас, отменяется. Это фиговый план. Там вообще тут получается в любом случае в офисе, Димон, залипать. В любом случае. Мы хоть сможем камеры клацать, смотреть, где они. Поэтому офис... Классная нычка. Да, мне кажется, все-таки в офисе. Я-то, ребят, думал, что, знаете, можно будет сейчас хоп, в туалете, а там до дна дверь. Ага. Так, Димон, давай посмотрим, как Боб в фоне бросит гитару. Бросил! О, я видел на камере, Димон. Ах ты псих, опять поломал новую гитару, она стоит кучу денег. Все, Димон, больше ему гитары в руки не даем. Да, час, Димон, часик уже стукнул у нас по часам. Что-то в 3 часа, в 3-ю ночь они не сильно бегут. Не, они сейчас. Слышишь? В 2 часа. А, это ты делаешь, все, я понял. Да-да-да. Так, Димас, давай, значит, где будем пока скрываться? Давай пока вот здесь будем скрываться. В офисе. Я буду возле офиса. Мне кажется, мастерской лучше всего. Тут везде есть, короче, вентиляция, можно пробежать. А в мастерской лучше всего, мне кажется. А в мастерской, подожди. А, там. Тут типа одна дверь, Димас. Сейчас Бонни побежит. Может, на картофанах будем ходить? А, давай, кстати, попробуем тогда. Может, нас не увидит? А если увидит, то побежим, да? Короче, как во второй части ФНАФа, там же, Димас, они на слухи ориентируются. Какие-то шумы стрёмные, ну ладно. Давай, Димас, реально сейчас на картофанах попробуем. Да-да-да. Кстати, очень классно, что в этой части не тратится фонарик, потому что была бы жопень. Угу. А там фонарик, знаешь, почему тратится? Потому что Фокси фонарем слепить можно. Понял, надо экономить. Еще и так темно там, а еще экономить надо, ну. Ага. Все, сейчас Фокси побежит. Вот чувствую, сейчас вот-вот. О, телепортировался, видел? Да, 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 да. Пошли посмотрим, куда. А смотри, он ходит, Димас. Ага, видел? Не вижу его, Димончик. Мужик, мы тебя запалили, ты ходил. Ты двигаешься. Вон он. Димас. Я закрылся. Он увидел меня или нет? Давай, Димас, в вентиляцию беги. Сейчас открываю дверь и бегу за тобой. Все. Знаешь, первую ночь можно за Фокси прятаться. Да. Я вижу его, он стоит, Димончик.
Да. Короче, энергию вообще не тратим. Да, пока Фокси не просыпается, энергию вообще не тратим. Так, уже 2 часа ночи, отлично, мы сможем пройти. Потому что с Фокси я не знаю, что делать. Он очень быстрый. Может, Димас, смотри, там же есть длинная вентиляция в туалетах. Можно будет туда пойти. Мне кажется, в офисе самое лучшее закрыться и все, и камеры самое чекать. Самое лучшее, Димас, мне кажется, все-таки прятаться в туалете. Короче, ты в туалетах прячешься, а я здесь. Ну да, и посмотрим, кто выживет. Да, хорошо. Только, Димас, если я в туалете закроюсь, а ты тут закроешься, то энергия будет в тройных количествах. Тогда придется, Димон, тебе не тратить энергию. Вот я хитрый жук. Вот именно, ты хитрый жук. Димон, он сейчас пойдет, я чувствую. Сейчас. Осталось пару секунд, и он начнет ходить. А, у меня Фокси безопасный. У меня делает безопасное место тут. Так, смотрим. Я по камерам вижу и сцену, и Фокси вижу. А ты, я подсвечу сейчас... Боньку. Сейчас, кстати, Чика пойдет скоро. Ой, Бонни. Фокси и Бонни путаю постоянно. Я помню то, что Чика, она ходила... А, пошел! Да, идет, мужик. Смотри, на меня смотрит своими глазами страшно. Ой-ой-ой, что-то он там ломает. Димончик, где он? Стоит. Стоит Димас, на меня смотрит. Ну, короче, сейчас, я так понял, разгон будет брать и за мной бежать. Так, нечего. Ждем. Пока он Димона убьет, ждем. Не-не-не. Меня он не бьет. Так, сейчас, наверное, пойдет Бонни. Ой, Фокси. Чика, наверное, мне кажется, оживет. В 4, да. Пока Димас Чика не оживет, Фокси не оживает. Ох ты, красавчик, красава. А вот после Фокси, вот Фредди. Фредди, Димас, это самый мощный чел. Он телепортируется за спину, как фиолетовый челик в Гаррис Моде. Но он медленный. В чем прикол, он очень медленный, поэтому от него можно просто... Так, он идет. Бонни потихонечку передвигается. А куда он идет? А путешествует. Да, я его вижу. Бонни путешествует. Ладно, мужик, мы запомните. Он какой-то неактивный что-то. Не, сейчас Димас, они легко. Все живут. 3 часа, Димас, вообще легко. Мне кажется, 3-я ночь, а рандом, в тот раз Чика, нас убили. Чика. Ее нет, она пропала. А да, она тут около столов стоит. Я же, Димас, за Фокси прячусь. Понял. Я все вижу, поэтому. Опа, я слышу. Димас, за мной Бонни уже выбежит. Димас, я валю. А он за тобой прям вентиляцией пошел? Да, он прям вентиляцию зашел. Он сквозь Фокси прошел. Все, Дима, давай в офис чекаем, мы будем закрываться в офисе. Я в туалет пойду. Ну блин, ну мы так проиграем. Да ты проиграешь, я не проиграю. У нас как только сейчас Фокси просыпается, я бегу просто в туалет и там закрываюсь. Понял. Тэпнулся, Димас, Бонни тэпнулся. Димас, беги! Ну ты молодец! Ну ты так красава! Он телепортировался ко мне, так нечестно. Я что сделаю? Говорил, возле меня стой. Нет, не буду. Так а что он тепается? Это 3-я ночь, Димон. Димас, еще дверь закрывай просто. Понял. Они через вентиляцию, мне кажется, не пойдут. Просто закрой дверь и все, и сиди. Окей, босс. Все, Димас, вся надежда на тебя, потому ты что подсказывай, ты когда увидишь меня, и ты же смотришь сейчас от меня, правильно, лица? Да. От тебя смотрю. Ты глаза видишь там, да, светятся? Конечно. Когда они начнут на меня наближаться, я обосрусь и нажму кнопку. Или наоборот, нажму кнопку и обосрусь. Тихо, слушай, сейчас может еще и Бонни побежать. Блин, сыкотно. Самое сложное будет тебе с Фредди действовать, потому что он будет тэпаться за тебя. А ты... Дима, закрывай. Фух. Там вообще Бонни нечестно поступил. Тэпнулся ко мне и сразу побежал. Я что должен был сделать? Я же не убийца. Убийца. Дима, меняй локацию. Ты подписал меня, Дима, я сейчас проиграю. Беги, Дима, беги на кухню, в вентиляцию забегай. Не? Димас, тут Бонни, куда ты встал? Калашматьки! А ты, Димас, дверь открой и сваливай на кухню. Беги на кухню, вентиляцию в ту. Да, давай. Да не, зачем закрываться? Да я проживу! Все, нет. Димон, 2 часа двери держу точно. Да не, Димас. Да. Не. Димончик, берем? Ну я говорю, я пройду так.
Ты уже проиграл, показал как надо. Вон тут труп валяется. Я тебе сказал, ко мне тэпнулись. Трупейшн! Нет, трупейшн это все фигня, Дима. Кстати, говорю, как правильно делать лучше. Все нормально, я живу. Я бы, Димас, так и сделал. Идет! Идет, 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 да. Димас, ты вот с такими тратами энергии не выживешь, спорим? Выживу. Не выживешь. Выживу. Слышишь? Они могут к тебе... О, Чика! Трахнуться. Стоит. Ты в курсе? А? В вентиляцию забегай. В тубзике, да-да-да, в тубзике. Не в этот, вправо иди. А я пройду сейчас к нему. Вот. И чё? Вот этот тубзик, если чё, Дима, закроешь, если к тебе прибегут. Стой дверь, около двери. Во, здесь стой. Правильно, правильно, Дима, сделаешь. Здесь. Всё, Диман, слушаю тебя. Блин, я сыкаю. Ты, конечно, сышь, но... Ну то ты правильно делаешь. Памперсы меняй, Димас. Слушай. Все нормально, Димас, не паникуй. Блин, ему кажется, я не пройду. Так, я могу сейчас, Димас, полить кухню, ту вентиляцию. О, Димас, я придумал, я буду полить ту вентиляцию, которая находится у тебя сзади тебя, понял? А как? А я же умер, у меня камера направлена на кухню, на ту вентиляцию. О, красавчик. Так что, Димас, я смотрю твою задницу. Ты смотри свой перед. Главный выход, вот этот главный проход, который перед тобой, ты его смотри. Мне кажется, когда час останется, можно закрыться, я затащу. Час точно хватит. Хорошо, хорошо. Я смотрю. О, Фредди ожил! Понял. Все, Димон, часа хватит, я тебе говорю, стоп. О! Он за спину ты пыхнулся. Вот это вот... Я его увидел, он такой страшный. Не стой в углу, Димас, не стой в углу. Стой где-то хотя бы на какой-то раковине, чтобы у тебя хотя бы была возможность куда-то вправо-влево бежать. Я на корточках сяду и буду сидеть. Давай, я смотрю твой, Димас, сзади. Я его слышу. Смотри, чтобы он ко мне к тебе не подбежал. Я смотрю, Димончик. Ты так смотришь, он может тэпнуться и дойти до тебя. Что делать? Ты предлагаешь, что делать? Быстрее камеры мотай. Это я, блин, я испугался себя в зеркале. Ну да. Че ты этот, я боюсь. Не, Димас, задница все у тебя в порядке. Задница, я знаю, красивая задница у меня. Не, я имею в виду в плане вентиляции. Ну понял, извини. Я просто когда боюсь, у меня смех, это как бы, знаешь, спасательная штуковина. Да-да-да, Димас, вот сейчас смотри по сторонам, очень резко смотри, потому что Фредди тэпается, он медленно хоть и ходит, но он дойдет до тебя. Вот так вот? Да, желательно вот так вот, Димас, потому что я хочу сейчас пройти эту ночь. Я тоже хочу, полчаса осталось, ребят. Димас, где тэпнулся? Димас, он тут. Звук его был здесь, справа от тебя. Ой, жесть, Димончик, он тут. Смотри, если он сейчас прозрачный будет к тебе идти, это значит... Они двери ломают. Не, все нормально. Я слышу, они ходят там, ребята. 15 минут осталось, 13. Димончик. Димас, сейчас тебе... Осталось чуть-чуть. Ребят, ну мы затащим, ну. Ставьте лайкосик, и мы точно затащим. Димас, смотри направо. Да, там был звук Фредди просто. Блин, он прям рядом, Димон. Димас, слева смотри. Ух, Димас, тик. Я тебе говорил, туалеты самые безопасные. Ну, а ты мне что говоришь? А, ну... Димас, проверить, знаешь, что рядом. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон. Как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в FNAF 1, кооператив. Пятая ночь, Димачевка, здоровайся. Всем привет. Если пьете и кушаете, приятного аппетита. А мы начинаем. Димон, а был такой голос в первой ночи или нет? О, нет. Тогда был Фон Гай, а теперь Голден Фредди, получается. Ничего себе. Так, Димон, ты помнишь, да, все, как тут было? Я, да, помню, что сейчас жопа нам будет. Самое главное, знаешь что, фонарики здесь бесконечные, мне это очень нравится. Да, фонари, это очень классно. Ребята, ставьте лайкосик, подписывайтесь на наши каналы, и мы с Диманом затащим. С первого раза, по крайней мере, затащим. Ну, это не точно. Димон, Бонни уже гитару бросил, я пошел. Я вспомнил, у меня есть дела. Бегать начнет. В какие-то есть важные дела. А он телепортировался куда-то, стопэ. Так, подожди, Димон, вот это начинаются уже приколы. Он телепорт сделал куда-то. Где? Кстати, там кто-то на столе стоял, я видел. А ты не видишь, куда он телепортировался? Нет. Ну, я слышу запах. Это ты? Нет, это Бонни. Бонни, что, запахи? Слышишь? Да. Он идет. Он не идет.
А он в нашей этой. Ты чё делаешь у нас дома? Он с кулера воду пьет. Ты чё в нашей? А я специально туда насал. Давай, пей. Нет, так нечестно. Чё это за фигня получается? Он телепортировался, да. Мы думали, что он будет бегать. Прям в офис. Прям в офис вообще-то запрещено на самом-то деле так телепортироваться, а? Засранец. Диман, что, будем опять в туалетах выживать? Ну, а у нас есть другие варианты. Есть. Мне кажется, больше туалетов нам негде выживать. Так. Ты опасно там стоишь, Димон. Чик идет сюда. А, да что ж за погрузка? Прогружается параша. Параша. Она уже близко, прям возле туалета. Серьезно? Да. Вот. Как это? Бежали отсюда. Димон, короче, я буду в этом туалете, который дальше. Если я что, боюсь. Я дверь закрою. Закрыл двери. Чика за мной бежит. Она не остановилась. Успокойся. Так, двери закрою. Фух. Димас, вот тут уже хардкор пошел настоящий. Так как ты хотел пятая ночь? Диман, тут будет седьмая ночь или нет? Шестая, может, ты хотел сказать? Ну, шестая точно будет, а вот седьмая я не знаю. Так, давай как-то погромче сделаю игрушку. Так, они рядом. Я слышу уже, они приближаются, все в туалет. Так, надо, наверное, погромче. Я почему-то не... На всю слышу. Делай. На всю? Да я шучу. На всю. Димон, будет обидно, если они к нам телепортируются и убьют со спины. Так. Час 45. Телепортироваться нам, к нам не надо вообще. А, так никто спрашивать не будет. Надо спрашивать. Не надо. А, Димас, вот это, кстати, самое хорошее место. Где я стою? Так, я иду к тебе, там, где ты стоишь. А, я вижу. Да. Но я успею, Димон, к тебе прийти. Стой, чтоб Димас Фредди не телепортировался, стой все время спиной к стене. Притык стой прямо. Вот понял, так. Понял. То есть он за спину тэпается, а так как ты будешь к стене стоять, он в стене застрянет сразу. Я уже вроде стоял спиной, он все равно тэпается. Не-не-не. Да? Не, надо именно что вот так вот спиной представить. Идут! Идут? Кто-то шагал. Блин, я боюсь. Электричество искрит. Я почему-то не слышу игру. Ну ладно, это так и надо. Наверное, это специально. А, идут! А нет, слышу. Закроюсь. Давай, Димас. Идет, идет, идет. Прям рядышком. Да я тоже слышу, Димас. А где он ходит? Я не знаю. В туалет зашел. Сзади меня. Это Фредди, Димас. За мной Фредди побежал. Я в туалете буду сидеть, Димончик. Хорошая тактика. Димас, открывай туалет. Я тут рядом с тобой. Около двери. Открой. Открой. Есть. Ребята, затащим. Надеюсь. Вот так вот надо стоять. Вот так вот. Да? Ах ты хитрый. Диман, они идут. Да. Идет, Димон, сюда. Или нет? Так нечестно, слышишь? Не, она застряла. Отлично, ребята, все, тащим. Вот так мы пройдем. Шагает, шагает. Да-да-да, там стоит. Димас, ты меня видишь? Нет. Он уже с этой стороны шагает. Ой-ой-ой. Кто-то должен из нас выжить. Дима, может, дверь откроешь, как ты назад запрыгнешь? Чего они так долго шагают? Они должны остановиться когда-то. О. Димас, ты будешь в этих кабинках сидеть? Да, да, да. Фредди проснулся. Димас, короче, сиди в этих кабинках. Хорошо. А я побежал. Блин, ребята, очень страшно. Димас, я пошел спасать нашу задницу, потому что вдвоем нам не выжить, поэтому... Хорошо. Давай-ка ты, короче, будешь... Да Фредди где-то рядом уже прям жужжит тут. Фокси нету. Фокси побежал. Вот это, конечно, уже все началось. Ты умер? Блин, Фокс, ты бы видел, как он бегает. Как веник. Димон, я буду сидеть как тогда. Может, все-таки затащим, да, когда на кабинке сидишь? Давай так, Димон, по этой тактике работать. Как так можно? Сидим, сидим, сидим. А! Через стену! Так, Димас, иди за мной, у меня есть план. Погнали.
Так, сюда, да, за мной. Так, 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 Димончик, да я надеюсь, ты очень классно придумал. Конечно, давай запрыгивай туда. То он меня скинул же тогда вроде бы. Димас, самое главное спиной стоять, впритык. Вот так вот? Спиной. Вот так вот, да-да-да, стой. И не разворачивайся. А может вот так все-таки встать, вот так вот? Ну да, встань вот так вот. Вот так вот, да-да-да, так и стой, Димас, все. Все, Димончик, два я буду с твоего лица смотреть. Ребята, ну что, будем пробовать новую тактику. Надеюсь, Димона мысля хорошая. Вот так вот, и не разворачивайся. Вообще не буду, я даже с твоего лица сейчас смотрю. Все, отлично. Так, Фокси на месте. Я, Димас, постараюсь прожить до 3 часов ночи. Хорошо. Не используя энергии, не закрывая двери. А потом можно закрыться, типа, в офисе, да, и все? Не, в офисе лучше не закрываться, они туда телепортируются. Да как проходить тогда? Вот интересно, да. Ой, на улице дождь сутками идет. Знаешь, что можно было тебя еще подсадить? Вот сюда вот, наверное. Точно. Попробуем? Сейчас прям? Или в следующий раз, когда это не сработает? Да, давай тогда в следующий раз. Потому что я думаю, это сработает то, что сейчас. Хорошо. Маленько, батарея. Блин, как будто стена там невидимая, не пускает тебя. Не, просто я не бежит! Бежит, бежит! Так, 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 непонятно откуда. Меня убили, Димон! Как? В смысле, как? Не знаю. Я мертвый, валяюсь там. На болву. Видел, смотри, Димон, кишки на стене мои. Я вижу, надо было тебе. Видишь, Димон, надо было прям в тот угол вставать. Не в этот угол, а в тот. Понял? Ты хорошо, хорошо. Димон, на тебя вся надежда. Да нет, я один не буду выживать. Давай. Давай, нет, попробуй, все-таки уже смотри. Час, нет, час уже. Не-не-не. Все. Ах ты какой хитрый, боишься? Телепортируется. Он меня опять телепортует куда-то. Ах ты жопекс. Какого фига? Ого, он не достал тебя. Вы офигели, что ли? Беги. Козявки, блин, старые. Убегай, Димон. А че козявки старые-то? Во, это девочка это, я наконец-то увидел. Девочка, припевочка, блин. Огурец. Плохо тут двери нету нигде. Че я делать-то должен? Как я тут выжить-то должен? Димон, ты затащишь. Затащи. Конечно. Голд Фредди! Он на тебя смотрел, ты видел? Блин, вот это вот сейчас очень интересно. Затащу ли я? Или не затащу ли я? Дима, не затащишь. А выиграешь. Слышишь? Слышь. Рычит кто-то. Это Фокси. Да, да, да. Лучше закрывайся, бежит, бежит. Дима, закрывай! Это 100% Фокси. В будку садись. Смотри, 1 000 000 шагов в секунду. Очень такой шустрый малый. Остановился. Все хорошо с тобой. Димон, это класс. Я вообще офигеваю. Это получается, он возле двери топтался, просто стоял. А, ты пойдешь в будку сядешь, чтобы он застрял, да? Дерьма, кусочек. Да как выиграть здесь? Вот так вот, давай. Четко. Давай, давай поиграем в догонялки. Не понял. Кто-то слился. А он будет звук издавать? Бежит. Ты слышишь, сколько он шагов в секунду? Да он какой-то вообще бешеный. Ого, их там несколько. Остановились. Че ты фонарик тушишь, они не реагируют здесь. Мы ж проверяли. Боюсь, уже. Просто паникую. Понял, понял. Так, 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 Фредди, Фредди. Если это опять ты, то я не рад. Так, полночи затащили, даже больше. Опа. А-а-а, говно, кусок. Вот так и стой, Димон, он застрял в стене. Да ладно, повезло. Димон. Слышишь? За что мне такое? О, блин, он прям справа за стеной. Димон, я рада, что ты сам. Вот это хардкор. А-а-а, Димон! И всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Дима Покемон. Как всегда, отличное настроение. Сегодня играем в FNAF 2 кооп. Какая, Димончик, это ночь?
Это пятая ночь, очень классная. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы проходим пятую ночь, будет очень жестко. Так, ничего не поменялось, да, Димас? Фонари такие же большие, аниматроники такие же скучные. Они, кстати, не такие большие, думал, они больше ростом, они нашего роста. Так, они же новые, поэтому улучшенная модель всегда меньше, понял? Тут я вспомнил, на корточках ходить не надо, да? Да, да. Это как раньше, Димас. Раньше компьютеры были огромные, их все меньше, меньше, меньше. Все, пошел! Он что, совсем неадекватный? Ты видел, как он бежал? Ого, я чуть не обосрался, Димон. Меня аж спина дернула. Я даже эмоции никакой не мог проявить, потому что это было очень странно. Димон, это точно пятая ночь, потому что они очень быстро бегают. Что за жесть? Димон, а ты проходил ее? Да нет. Да нет. Красавчик. Это не получилось, в общем. На стриме мне как-то не дошло до этого. Не дошло до прохождения, я понял. Не дошло до пятой ночи, я только четвертую там половину прошел, и все, завершилось. Что, это ты? Слышишь? Уже ходит, уже ходят. Да, я слышу, кто-то скрипит. Это ты, что ли, своими ногами? Диман, может, пойдем опять в вентиляцию, посидим? Ну, давай идем сначала куда? В мастерскую идем? Ну, нам еще надо эту. А, кстати, можно же один раз только завести и все, марионетку. Да. Больше не надо. Все, пошел, пошел. А, не пошел. Я не пойму, почему она как-то. Бонни как-то побежал. Очень странно. Очень странно. Очень странно побежал. Мы же ничего не делали. Так, пошла, пошла, Димончик. Идет, идет. Она к нам идет? Деловая колбаса, да? Так, Димасик, давай-ка рули. Рулю. Пойдем. Так ходишь, как будто ты. Обосрался, да? Да, чтобы это говно не выпало. Какие-то отражения тут стрёмные, что-то просвечивается здесь. Так, Димас, это кекс, он умеет глазами шевелить, а ты что умеешь? В смысле он глазами шевелит? Вот в прямом смысле, он умеет глазами шевелить, представляешь? Только он пока не шевелит, он... Ты меня обманул. Нет, не обманул. Ладно, ты меня не обманул. Да, я тебя не обманул. Может, так и пройдем всю ночь, может, они сюда не придут? О, конечно. А марионетку кто будет заводить? Я, что ли? Ты, что ли? А ты будешь сидеть, да, где-то? Буду где-то, да, буду сидеть где-то. Умный ты, засранец. Все, пошла, пошла, пошла. Так, это пошел он, Фредди, мощный, жирный, толстый. Блин, ничего красавчик. Не видно. Просто красавец. Димон, во сколько оживают старые аниматроники? Я в пятую ночь не знаю, они могут и сейчас уже жить, Димас, тут вообще. Любой момент, да? Да, 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 да. Да ты что ли там в мастерской старенькой бегаешь? Да, я фонариком мерцаю здесь. Это пожилая мастерская. Так, ну чё, Бонни, давайте, вы за мной, все втроем, давайте. Так, Димон, пол второго, мы тащим. Ожил аниматроник старый. Я тебя понял, Димас. Фух, я, короче, отвел этих молодых пока что. Хочу завести эту марионетку уже. Я вижу, ты заводишь, Диманчик. Все, да, готово. Фокси ожил, походу. Фокси ожил. Или нет? Блин, Димас, не пугай меня так раньше, а то это. Я буду раньше тебя пугать. Я еще не постарею раньше времени. Если серьезно относиться, то, блин, страшно очень, надо ржать. Да. Наполовину. Фокси. Уху! Димас, сейчас будет весело. Блин, Димас, где тебя найти? Я бегаю! А кто за тобой? За мной никто не бежит. А, это Фокси, он почему-то резко решил побегать сегодня. А зачем? Мангала жила! Это ты, дидить колотишь! Ты меня испугал, блин! Ты хоть говори рядом! Аккуратно там, Фокси, Димас, быстрее, давай! Мангал ко мне лезет! Она не только лезет, она еще и ползет, представляешь? Так, короче, Димас, я побежал в сцене, ты за мной? Да. Давай. За тобой? За мной. Димон, где проход задний? Задний проход. Да блин, Димон, что ты ржешь? Это очень страшно. Димас, а какой задний проход тебе нужен? Аккуратно, они сейчас оживет. Я стою, прогружается. Я туалетный человечек. Слышишь, опять кто-то ходит. Димас, это ты друзей поймал? Нет! Я слышу миллион шагов. Беги, Димончик! Я бегать не буду, Димас. Так, аккуратно. Аккуратно, а тебя Чика спалила.
Димас, а чё Фокс или нет? Блин, у меня аж руки дрожат, едить колотить. Мне очень страшно, Димон. Что за говно? Что за песня такая стрёмная? Ах ты, блин! У меня вспотели, у меня уже мышка плавает. Димон, 2 часа ночи, как ты планируешь игру эту проходить? Я вот как раньше проходил, как-то так. Все, я буду от твоего лица смотреть. Так и буду проходить. Димас, это кекс, а это мангал. Я, короче, знаешь, что сделал? Заглупил. Я сбоку Бонни прошел, он меня увидел и убил. Да. Да я обосрался, их там со всех сторон, они лезут, бежат, стучат, это все слышно еще. Димас, я слышу кучу шагов. Я теперь понимаю, почему FNAF нравится всем. Очень стрёмно и очково. Димас. Димон, прощай. Не, не прощай. Блин, чувак, ты чё? Димон! Да устрица ходячая. Димон, давай тогда, как ты в туалетах, помнишь, в вентиляции сидел? Давай так. Ой, конечно, конечно. А что, не получится? В туалетах? Они, знаешь, они больше меня ходят в туалет. А, это не та пиццерия, блин. Они обосранцы, блин. Тут нету никакого места на этой карте, прикольно. Смотри, они втроем вокруг твоего трупа скопились. Они меня бьют ногами, гопники. Секта какая-то у них-то, ох ты, блин. Так, Димончик, у тебя получится, я верю в тебя. Это очень опасная серия, ребята. Вот если вы лайк поставите, то это сделаете не зря. Да, и подписаться на канал нужно обязательно. Они бегут. На улице дождь, как и у меня, в принципе. Они тебя сейчас окружат, мне кажется, вот здесь вот. Окружат? Зачем ты заводишь, вопрос? А, Димон! Блин, да как тебе повезло, да как? Да я везунчик. Он застрял там в стене. Так, там мангал по стенам ползает, она вообще Человек-паук. Ребята, пишите в комментариях, затащим мы с первого раза или не затащим. Ты видел, Димас, как она прыгнула со стены. Я, она даже, мне кажется, на воздухе сальто сделала, не? Да, реально, сальтуху за такую залупила. Кстати, мы первый раз увидели, как она спрыгивает с потолка. Да, это очень странно. Это очень стрёмно выглядит на самом деле. Тут, Димон, что получается? Надо постоянно ходить бесконечно. Постоянно, просто везде гуляешь, просто не знаю, что. Все ожили, Димон, все ожили. Все. Полностью, вся пиццерия живая. Все хотят убить тебя. Да, жалко меня. Жалко, хороший был парень. Мучился, наверное. Хороший был человек, да. Только умрет все быстренько. Ну, а что поделаешь, это FNAF, ребят. Да зачем ты ее заводишь? Сралась она тебе. Да все, больше не буду. Нафиг она мне нужна. Ну, зачем ты ее заводишь? Вали лучше отсюда. Блин, куда валить-то, а? Ну вот сюда. Куда идешь? Никого? Блин, там есть кто-то. Плохо, не могу по карте летать. Че ты, куда полетел бы? Я бы подсказывал, где они ходят, и все. Вот, блин, Димас. Димон, куда ты будешь идти? Домой. Спасите. Блин. Может, не выглядывать отсюда? Меня же никто не спасет здесь. Так, дружбаны. Уходим. Уходим, растворяемся. Димон, у тебя очень хорошо получается. 4 часа, осталось 2 часа всего. То есть 2 минуты. А если у меня фонарь закончится, это тоже. А тебе, Димон, у тебя еще 620 фонаря. А, ты, да, меньше половины израсходовал, да, я вижу, сколько у тебя фонарика. Ого, она прям над головой, да, где-то шарудит? Да. Она по стенам лазит. Бежит к тебе кто-то. Фокси, походу, тебя нашел. В смысле, как у меня скрипит? Нашел. Вот так вот, он видит всегда тебя. Блин, вот он чудачок. Он тебя по запаху, Димон, находит. Да я понял. Бежит. Так, у тебя, я тебе скажу, Димон, ты даже половину фонаря не израсходовал. Сейчас обосрусь здесь. Да где они бегут? Сзади. Теперь, я не знаю, буду молчать. Что это за прохождение стрёмное? Как проходить? Жесть, что делать тут? Димон, ты сможешь, я в тебя верю. Всего осталось чуть-чуть. А я верю в себя в зеркале. Так что я выживу, наверное, хоть чуть-чуть. Где они там все бегают? Синхронно, да, прям ходят как-то? Да. Димон, это у тебя 519 фонарика, меньше половины. Ой, больше половины осталось. Ты красавчик. А прикинь, на 500 ровно становится. Представь, они зависнутся, и ты сможешь так пройти всю игру. Не, я обманул, этого не произойдет. Блин, Димас, ты бы сейчас меня видел. Ну нафиг. Ты ну с вебка записываешь?
Димон, красавчик. О, блин, тут так стрёмно мне еще. Так, так, так. Так, на счет три. Раз, два, три. Не хватает, знаешь чего, Димон, маски бы, да, одевать как-то, чтобы еще маскироваться. Да, чтобы чуть-чуть маскировочки включить, потому что тут очень странно, стрёмно. Так, Димон, ты молодец, 5 часов, ну, как ты это сделал? 5 часов, ну, как-то вот сделал, так получилось. Ну, еще, конечно, нет 5, сейчас только будет. Ну, сейчас, уже скоро. Знаешь, что прикол, они всегда знают, где ты, ну, как так-то? А вот знаешь, кто знает, где я? Фредди только знает, где я нахожусь. И Манго. И еще кто-то. Прям бежит кто-то где-то. Да, кто-то ходит, гуляет. Неужели мы пройдем? Да, да. Нет, может, и пройдем. Так, Димон, у тебя половина фонарика? Так что можешь светить смело, не бояться. Блин, Димас, мне... Я не знаю, прям стучат где-то, ну где, непонятно. Может, они зависли. А нет, там кто-то светил фонарем. Аллилуйя. Уходим, уходим. Все, растворяемся в шариках. Да. Какие красивые шарики. Бежит. Это жесть. Ослеплился. Че? Представь, будет обидно, если ты в 5.59 умрешь. Это будет ржака. Да ну тебя, Димас, иди отсюда. А такое может быть. Блин, Димас, ты видел? Фонариком свети, не бойся, у тебя еще много. Спасите. Не бойся, Димон. Они все тарахтят за тобой, все, просто все. Пожилые аниматроники, блин. Стучит, стучит. Ах, ты жлобух. Ах, ты читарюга. Как ты пройдешь, я не знаю, Димон. Свет везде. Это жопа, ребята. 5.40, 20 секунд осталось, Димончик. Тону тебя. Тону. Беги, спасайся, Димон. 15 минут. Блин, Димон, я прям кулаки держи, чтобы ты прошел. Блин, ты профи. Профи, Димончик, затащит, я вижу. 10 секунд осталось. Ах, блин, 5 секунд. Блин, закружили. Димон, 1 секунда. Ну, минутка. Ребята, мы это сделали с первого раза. Ну ладно, мы, Димон сделал. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон. Как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в FNAF 1 кооп. 6-я ночь, Димончик, поздоровайся. Всем привет. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. Так, Димас, мое любимое место идем. Это вот эта вентиляция. Ну потом, подожди, пока не надо. Не-не-не. Короче, у меня вопрос. Ты проходил 6-ю ночь? Да, проходил. Все, я на тебя надеюсь, как последний раз. Только, Димас, это было очень сложно, потому что меня потом нашли. Димончик, я вспомнил, мне кое-куда надо. Бежи. Куда, в туалет? Ой, за тобой она бежит, представляешь? Она чуть не убила меня, Димон. Ага. Мне просто повезло. Ой, Бонни побежал. А Бонни уже за мной пошел, так что я сматываюсь в мастерскую. Давай, Димас, догоняй. Какой мастерской? Димас, я в туалете. Призрака вижу. Призрак. Передавай привет. Призраку? Ну да. Офигеть, сквозь меня прошло. Это девочка какая-то, девочка-призрак. Понял. Так, ну чё? Ой, Бонька телепортировался. Димон, я на том месте, где мы в тот раз проходили ночь. А ты не будешь вот со мной до 2 часов бегать от аниматроника? Не, не буду. Боишься? Нет, не боюсь. А я не боюсь. Просто устал. Устал, ноги болят. Да просто боишься так. Ну ладно, боюсь. Бонни здесь, я ухожу. Так, а где ты? Куда тебя найти? Ай, за мной бежит. За мной погоня, Димас, за мной. Неси. Я их в туалет сейчас к тебе веду. Ну зачем? Ты не виноват, это жизнь. Так, она там застряла чуть-чуть. Вот, это хорошо. За мной еще и... А, Фредди, кстати, медленный. От Фредди можно даже пешочком уходить. Получается, быстро только Фокси, но его слепить нельзя. Да, его нельзя. От него только убегать и все. Двери закрывать можно. Фокси, Димас, встает. Все, я побежал к тебе. Давай.
Давай, 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 быстрее. Наша тактика, галактика, сейчас мы ей воспользуемся. Опять старая схема. Старая схема. Я смотрю в твой пердак, получается чердак. Классно придумал. Мне понравилось. Димон. Так тихо, не, тихо, Димон. Не смотри, назад не смотри. Я назад, не смотрю туда ни разу. Фух, ребят, если вы хотите, чтобы мы прошли эту ночь, ставьте лайки. Так, все хорошо. Димон, что такое? Они не активны, это шестая ночь. О, кстати, седьмая ночь была или нет, когда ты прошел шестую? Нет, не было, не было, Димон, седьмая. Вообще просто все. Опять заново, типа первая? Заново шестая ночь пошла у меня. А-а-а. Я прошел, у меня заново шестая пошла. И все, вот так вот. Аккуратненько, Димас. Вот я боюсь, что к нам Фокси придет. Вот не, он не очень, придет. Очень печально будет, очень. Не, не придет. Я чувствую, что не придет в этот раз. Фредди к нам не телепортируется, лишь бы назад не смотреть только и все. Ну, Фредди вот-вот вот где-то рядом прям. Он в туалете, он как тогда, в той серии, тоже в туалете. Угукает. С Фокси. Фокси. Но они застряли. Ворчал, Фредди угукал, а эти просто бегали. Агакали. Угукали, агакали и мычали. Они застряли, все хорошо. Мы в каком-то зоопарке, Димас. Так. Что-то время вот. Медленно идет, 2 часа. Блин, я тоже хочу, чтобы быстрее шло. Давай. Ну ничего, будет и хуже. Спасибо. В какой-то части есть Versus мод, где ты управляешь аниматроником. Это в первой, кстати, Димас, в первой части. Может. Ну видишь, видишь. Там надо просто поставить будет через консоль, потому что сама она не получается. Я умею, я знаю как. Ты профи. Тебе не кажется, они... что он ближе подошел? Давай я посмотрю. Там, они в кабинках. Нет, Димас, ты аккуратнее сейчас. Все. Смотри, чтоб спереди Фокси не пришел. А мы успеем убежать? А если в туалетах аниматроники, то вряд ли. А куда мы побежим, Димас, к аниматроникам? Может дверь там закрыть одну? Не надо, рискованно. Нет, там уже аниматроники в той комнате, поэтому мы туда даже не зайдем, Димас. Блин, они все в туалете там скопились и дрыщат. Я не знаю, что там можно еще делать. Хоть фонарик не кончается. Да, фонарик это хорошо. Дима, сзади! Сзади был аниматроник. Блин, что делать? Димас, я там сзади был аниматроник, я видел, пробежал. Чика пробежала. Давай тут стоять. Давай, ладно. Чуть поближе. Может, забагаются все-таки? Типа назад захотят обойти нас? Да, да, да. Если мы вперед, да, пройдем, они захотят типа обойти. Димас, я боюсь. Я сам боюсь, ну. Блин, стрёмно, потому что я уже видел, как за тебя Чика пробегала и обратно побежала. А чё она передумала? А вот, спроси у неё. Чика, ты чё передумала? Иди, сходи в туалет и спроси у неё. Чё она передумала? Звук такой, как девочка была. Опа, побежал. Сзади Чика! Беги, беги, Димас, беги! Спасайся! Беги, кто может, спасайся, кто может. Димон, мы просрали. Мы просрали, Димончикс. Блин! Блин, я живой еще. Это жесть, чё ж так сложно? У меня здесь Фредди, Димас. Я вижу, я от твоего лица наблюдаю. Да иди ты, Фредди, ты уже старик, блин, старый пердун, ты меня не догонишь. А, Димон! А, блин! Ты чё такой рисковый, мужичокс? Я рисковый или он? Он. А чё, можно так убегать, это законно? А давай пускай он замахнется на меня. Не надо! Давай же затащим, Димон, ну реально, смотри, уже середина ночи, даже больше. Всё. А когда он замахивается, он исчезает? Блин, Димас, я вообще ничего не знаю на самом деле. А я знаю. Фокси проснулся. А-а-а, Димас, Фокси проснулся. Давай потом в этом месте опять затащишь ты. Блин, Димас, что ты меня оставил одного? Да как я могу сделать ни одного? Давай, размножься, там с трупа вылези и пойди ко мне. Все, Димас, я не знаю, я надеюсь просто на удачу. Да, удача сегодня на твоей стороне. На то, что поставили лайк, просто надеюсь. На удачу лайк поставьте. Пожалуйста, прошу вас. И подпишитесь на удачу. Да. Подпишитесь, не ленитесь на канал. Угу. Знаете, откуда этот? Так, сзади меня, я так чувствую, кто-то к моей заднице уже пристроился. Ну ладно.
Я тебя пока что так буду сидеть. Так. Так. Ходят просто везде и повсюду. Я боюсь Фокси. Единственное, кого я боюсь очень сильно, так это Фокси. От этих челиков можно убежать, за поворот забежал. Они там замахнулись, промахнулись, и все нормально. Ну ты молодец. А вот от Фокси, Димас, от него спасения нету просто. Видишь, в этой серии нашли они нас все-таки вентиляцию. Да. Нашли. А может разработчик посылал тот ролик, говорит, сейчас я пофиксю, смотри. Он посмотрел мой стрим, да, Димас? По-любому, и пофиксил моментально. Все, Димас, мне хана. А кто там бежит? Чика бегает. А, Димас, я сейчас жопу чуть... Нет, жопа не чувствуй. Это энергия села. Блин, это жесть. Офигеть. Слышал рык? 4 часа. 4.07, Димас, представляешь? Да, в этот раз ты мне не сильно повезло. Надо, знаешь, что Дима сейчас сделать будет нам? Что? Нам сейчас надо будет их не водить в туалет. Мы завели их в туалет, мы сделали очень большую ошибку. Так, а что будем делать? А будем бегать, сейчас до 2 часов будем где-то находиться около этих автоматов. Банкомата, пошли. Да, 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 да. Так, я иду, Димончик, в мастерскую. Да, вот здесь будем. Надо, короче, их гонять по этой части карты до 2 часов. Потом идти в вентиляцию. Ну, самое главное, чтобы они не пришли в туалет, понял? Понял. Потому что мы в туалете должны часов до 5 продержаться потом. Это очень жестко. Но мы постараемся. Просто изначально либо я, либо ты завели их в туалет и все. Это был ты. Конечно. Конечно, я. Так, Димас, все? Нет, не все. А что ты там... Ну я на столе. А любой аниматроник сюда может достать? Да, любой. А, хорошо. Так, Димас, паркур не хочешь осуществить? Нет, а он не работает здесь, смысл? Да, печально. Во, а на эту штуку швабренную? Блин, не, да они везде, он, видишь, скидывают телепортации. О, блин. Все, Чика пошла. А, беги. Бегу. Спасайся, кто не может. Так, самое главное, чтобы Фокси не встала раньше времени. Фокси, не вставай раньше времени. Понял? Сзади. Сзади, 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 за тобой, Димас, бегут. Все, все, все. Только не веди их в туалет, пожалуйста. Мы сейчас даже. Я там... не буду, я уже там. Блин. Серьезно? Да не, я возле банкомата, там, где дождь идет. А я тебя вижу, твой фонарик, да, вдалеке. Вот ты. Выбежал. Постою здесь немножко. А давай аккуратнее, тут Чика около столов трется. Ой, она уже улетела куда-то. А куда она улетела? Куда, дружище? Она в этой части может летать. Возможно. Так, вот здесь, кстати, я не знаю, выжить можно как-то или нет. О, смотри. Так, а тебя достанут там, прыгнут, и они до твоей ноги укусят тебя. А если у меня нога... Ну ладно, укусят. А если у тебя ноги не будет, да? А если у тебя ног нету? А вот так вот. Как так? Подожди, тут кто-то бегает. А, Фредди проснулся. Фредди, Фредди, красивый такой, ушами. Смотри, ушами как прикольно мотыляет. Тебе он нравится? Смотри, Димас, промахнулся. Смотри. Он косой жопой. Опа, опа. А чё не исчезает? А потому что он непрозрачный, он настоящий. Димон, ну зачем же ты так сделал? Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон. Как всегда, отличное настроение, сегодня мы играем в Навку, первая часть. Димончик, поздравайся. Всем привет. Ну что, в тот раз мы не смогли пройти пятую ночь, в этот раз, надеюсь, мы пройдем. Димон, рассказывай тактику, как проходить? Так, значит, смотри, как я проходил, значит, на стримчанском. Я, кстати, еще не прошел шестую, так что мы можем шестую потом. Так, не спойлерить. Давай все по-четкому. Как так, ты прошел? Ну смотри, первым делом я до 2 часов просто от них бегал по всей пиццерии. То есть где-то в игровых автоматах. То есть, ну вот так вот перемещался. Как 2 часа стукнуло. Я не тратил, кстати, ни капельки энергии. Побежал в вентиляцию между туалетами и кухней. Знаешь, такая длинная. Да. Вот, короче, мы туда пойдем. Там будем сидеть. Но... Будем сидеть по-другому, не как мы сидели раньше. Я тебе покажу потом. Так, понял. Все.
Самое главное сейчас просто дожить до 2 часов. Вот таким путем надо, чтобы в основном они сюда перешли, на эту сторону, типа, понял? Понял. Надо, чтобы вот в этом, в этой части карты они были, далековато, в общем. Понял. Почему 2 часа, Димас? Потому что Фокси уже после 2 начинает просыпаться, и нам надо будет сваливать потихонечку. Понял. Так. Понял. А вот, еще тебе хочу рассказать, почему в ту вентиляцию надо именно, а не в туалеты. Потому что, когда мы пойдем в вентиляцию, они так запрограммированы, что они начнут сюда идти, где-то вот здесь вот мешкаться и застревать немножко. Вот, а мы потом резко в туалет, и они тут где-то на кухне позастреют, в этих наших офисах. Понял. Это будет четко. Бонни уже гитару, Димон, бросил. Да, бросил. Так, ребята, ну что, начинается самое интересное. Бонни уже побежал. Так, 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 он уже бежит. А я уже должен драпануть, но он что-то остановился. Устал, что ли, дружище, просыпайся. Так, я слышу вроде... Мне показалось, тут кто-то есть. Кстати, когда на него не светишь, он такой злой. Когда светишь, он такой добрый, такой красивый. Да? Не знаю, вроде всегда одинаковый, вроде злой всегда. Не, вот когда выключаешь свет, он реально на какого-то злого похож. А когда включаешь свет, да, и светишь ему прям в глаза. А ты не боишься возле него так рядом ходить? Опа, пошел еще кто-то. Нет, этот Бонни пошел. Мас, только не умри, пожалуйста. Да, Димон, а если я умру? А вот нельзя. А как я могу умереть? Слышишь, как это нельзя? Это как UFC, да, тренируется? Говорит, а если я буду пропускать, а ты не пропускай. Так и здесь. А если я умру, ты не умирай. Иди ко мне в мастерскую, Дима, давай. А, ты в мастерской? Да. Давай, 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 мастерской, Дима, сдвигайся. Двигайся. Вот. Так, Бонни, где он, кстати? Где ты его потерял? Не знаю, он возле его офиса где-то там потерялся. Давай поищем его. Но он уже чуть-чуть бы меня убил. Мне повезло на дурачка. Дурачка, да, значит? Да, вон он, вон он, видишь? Все, я понял, я понял. Сидим в автоматах, если что, бежим в мастерскую, понял? Как услышим шаги. Понял. Так, давай, готов, Димас, будь готов уже бежать в мастерскую. Я уже в мастерской, если что. Не, мы сразу... А, не надо? Так, давай еще посмотрим, как у нас там Фокси. Фокси еще спит, отлично. Так, Димон, ну что, считай 2 часа. Сейчас будет твоя тактика работать, надеюсь. Да, тактика галактика, ребята. Так что, если кто проходит, это очень хорошо, что я вам рассказал. Не зря вы, значит, смотрите. Слышишь? Нет. Я слышу. Остановился. Там ходят, там, ну что-то какое-то фигуленьку делают. Вроде все так, очень, кстати, спокойно. А, это Бонни, 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 идем, идем обратно быстрее. Бежим, бежим. Бегу, Димон. Так, все, Димас, а теперь мой план, побежали. Бегу. План, план, капкан. Так, тихо, тут чика, чика, чиканутая, подожди. Ты пыхнулся кто-то. Это Бонни, он за мной. Так, 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 все, Димон, я в туалетах. 2 часа. Надо быть не в туалетах, надо быть минут в вентиляции, которую тебе говорил. Ну вот это вот длинная, все, я в ней. Так, ты в ней? Да. Вот, иди сюда. Вот там на углу не надо стоять. И смотрим именно вперед, не смотри назад вообще. Все, понял. А что будет? А если назад посмотришь, то он может телепортироваться в Фредди, поэтому нельзя смотреть. А как ты узнал? А вот так вот. Проходил же. Блин, я буду всю серию на твою задницу смотреть. А не, лучше на задницу не поворачивайся, ты страшный. Ты нигер какой. Слышь, ты, ты тоже белоснежка. Нормально, у нас компания, нормальная сетчатка. Так. Опа, Фредди, я назад не смотрел. Ладно, ты можешь встать, ты можешь не сидеть, не смотреть мы на задницу. Ты можешь встать и смотреть просто так прямо стоять. Понял. Только не поворачивайся, самое главное. Вообще не, даже не шевелюсь. Ну чуть-чуть только. Ну мы так ждем, и так вот. Мы не можем всю ночь вот так жить, потому что Фокси, он побежит через эту штуку. И что дальше будет? Он остановится на полпути, и мы убежим в этом после этого. Плохо его в этой части нельзя слепить. Да, согласен. И здесь, кстати, тоже не влияет звук. То есть, если мы будем на корочках передвигаться, они все равно за ним будут бегать. Ага, во второй части влияет.
У Фокси просто он как-то бежит, бежит, потом. Диман, кто-то идет. Опа, остановился. Это Фокси. Так, ну что, ребята, ставьте лайкосик, подписывайтесь на наши каналы, и мы затащим, потому что уже практически прошло полночи. Практически? Ну да. Это вообще супер на самом-то деле. Диман, если я умру, я тебе скажу, хорошо? Это Фредди там бешеный просто. Ну не сможет, да, ты бэкнуться сюда? Не-не, главное не смотреть назад просто. Мне кажется, тебе просто написали в комментариях, и ты узнал. Не, Димас, это я сам, потому что... Я пытался, Димас, выживать, и у меня не получалось, и я вот так вот решил потом сделать. Вот эта тактика, кстати, только в шестой ночи я пользовался. В пятой ночи я в туалетах просто сидел с двух часов. Диман, кто-то идет по вентиляции. Не-не, все нормально. Ты не слышишь? Я должен буду видеть все четко. Так, Димон, ну что, я надеюсь на тебя. Просто они сейчас где-то застреют. Опа, Фокси ожил. Понял. Смотри, Рык. Он... То есть он до конца вентиляции не пробежит, он где-то остановится. Бежит, бежит, Димон. Бежит, слышишь? Ага, а как ты знал, что он сюда не прибежит? Но он может прибежать только вот из кухни. Но сейчас он, знаешь, где находится? Он сейчас находится в туалетах. Я в шестой ночи, кстати, дожил первый раз до трех, вроде, или до четырех часов. До четырех. А потом умер. Потому так. Что там было очень сложно прям. Кто-то там шурудит. Так, шурудит, конечно, потому что весь туалет заполнен аниматрониками. Они там что, тусовку туалетную устроили? Но весь день, Димас, в туалет не ходили, ты представь. Пока никого нету. Да пока никого нету, можно, знаешь, как в туалете посидеть. Особенно в полной темноте, вообще класс. Так. Вообще никто к нам не идет. Вот, это отлично, Димас. Мы так пройдем эту ночь. Вот Фредди какой-то звук издает конченый. Бежит, Фокси! Побежит, бежит. А куда он только, бежит? Он только через кухню должен пробежать, он так к нам не прибежит. Блин, вообще классно придумал. Диман, 4 часа, ну что? Надеюсь, получится. Так, вот сейчас вот уже должен быть либо Фокси к нам прийти. Но он, видать, застрял в туалете. Да, звук не меняется, один и тот же. Потом в шестой ночи нам надо будет бегать очень много и очень часто. Но надеюсь, что нет. Надеюсь, что мы и так выиграем, как сейчас. Очень все спокойно, и это очень подозрительно. Да, но сейчас может все измениться, когда наступит 5 часов. А что будет в 5 часов? А они будут прям почти всегда активны. В шестой ночи, Димас... Фокси останавливается на секунду и заново бежит. Останавливается на секунду и заново бежит. Опа! Шестая ночь. Еще какой-то звук. Это Фредди телепортируется. Блин, Димас. Они походу... нас ищут. Фокси, ищет. Фокси бежит. Диман, вентиляцию не забежит точно? Не знаю. Ладно, сидим дальше. Еще может... Нам все-таки повезет еще час. Ну, чуть больше, конечно, час 15. Знаешь, что, Димас, тебе надо сделать? Нет, я не буду это делать. Ладно, говори. Надо чекнуть задницу нашу. Давай я пойду так задом посмотрю и посмотрю туда просто. Надо чекнуть прям нашу задницу, вентиляцию. Давай я задом пойду и посмотрю. Давай, посмотри. Кто там есть? Никого нету. Все, обратно давай тогда. Я уже и так уже стоял, ты сказал, я за одну секунду это сделал. Я просто боюсь то, что Фокси там на пол вентиляции на той остановился и сейчас побежит еще раз. Не-не-не, все хорошо, там вообще никого нету. Уже 5, Димас, представляешь? Надеюсь, я не зря так сделал, ну, стрёмно. Нет, не зря. Можно сказать, мы уже победили на 90%. Потому что сейчас, даже если нас спалят, мы побежим, закроем две двери, так как у нас... Энергию мы вообще не тратили, ни кусочка. Бежит. Он застрял, Димон. Звук не меняется. Меняется. Фух, Димас, это я сейчас его сбил. Чтобы он немножко туда, да, побежал? Да-да-да, потому что... Дун-дун-дун делает. Димончик, все, не двигайся. Ой-ой-ой, это Фокси так делает. А-а-а.
Он недоволен тем, что не может нас найти. Дудунькает. Да. Вот это тут вообще все напряжено. Блин. Они прям вообще везде ходят. Дима, не надо так делать, сзади Фокс. Нет, я пошутил. Ты зачем так пугаешь меня? Вся серия вентиляции происходит. Ну а что делать, ребята? Мы охранники, но не знаю, как охранять такую пиццерию стрёмную. От кого мы охраняем ее? От аниматроников. Дима, мы охраняем от того, чтобы они нас не убили. Вообще охранники нужны от грабителей, от... Рык. Он прям жестко, агрессивно на нас настроился, Димон. Знаешь что? Вот охранники, они как бы охраняют что-то от воров, допустим. Вот придут сюда воры, они что-нибудь украсть смогут? Нет. Аниматроника попытаются украсть, он их сожрет просто. Да они даже не смогут просто прогуляться даже чуть-чуть. Вот именно. Их сразу съедят. Девас, мы все, мы победили. Нет, не делай так. Нет, это победа уже стопроцентная, Димас. Сейчас пошли смотреть? Да, сейчас пойдем посмотрим, как в туалетах прикольно стало. Ой, что-то я, Димас... О, ребята, это пятый. Давай мощь. Смотреть, где был Фокси? Так, тихо, подгрузочка. Так, ребята, как вы думаете, где Фокси? Напишите в комментах. Я думаю, что он в этом туалете. О, смотри, в мусорку заглядывает. Вот он где был, он застрял. Димас, это нам повезло, конечно. И я тоже знал, что уж, если вам понравилась эта серия, выходите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.